dvhub.ru. 1 августа текущего года прокурорами в округе установлено около 200 предприятий, руководители которых не представляют сведения о задолженности в силу положения закона, либо в связи с неисполнением его требований. Невыплата в данных организациях составила почти 600 миллионов рублей. Федеральный закон о прокуратуре Российской Федерации предоставляет нам определенный спектр полномочий по принятию мер реагирования в случаях нарушения прав граждан точных трудовых. С 2015 года только прокурорами в округе выявлено 185 тысяч нарушений в сфере оплаты труда, с целью устранения которых руководителям организации предприятия направлено около 4 тысяч протестов, 9 тысяч представлений. К дисциплинарной ответственности привлечено свыше 4,5 тысяч должностных лиц, к административной – 6,5 тысяч работодателей и их руководителей. Из них свыше 120 дисквалифицировано. dvhub.ru